Да-да. Здравствуйте, а это вы, Лилия Абрамова? Да. А вы аборт делали в 96-м году в городе Ташкенте? Да. Мама! Господи, проголодался, кошка. Ой, да у меня же еще котлеты есть. Я шел 13 недель к тебе, спал где попало, ел что попало, зарабатывал как мог. А потом пришли дальнобойщики, и я снова зарабатывал. Какой вкусный орешек! Здесь я поджег мусорку, чтобы согреться. Здесь дерусь с бомжами за бизнес-ланч. И они меня... Господи, все ем и ем. Не плачь, мамуль. А я? Не нужно. Я должна вам сказать. У меня есть вторая семья. И вторая семья – это вы. Женя! Да. Мы уходим. Пошли. А у меня Лего есть. Давай. А давай. Да что вы, как кошка с собакой из одной матери вылезли, гады! Ну что, успокоились? Ага. Ну идите, играйте в комнату. Мам, ты понимаешь, что в отношении меня он применяет насилие? И еще он, кстати, замечательный человек, жизнь за него отдам. Братская любовь. Да не надо, мама! Да что происходит? Да мы играем, мам. Ну, играйте. Боже, ну как сложно. Вот сразу видно, что я родила. А я? Ты любишь его больше, чем меня. Ну, я тебя так же сильно люблю. Да? Ну, конечно. Полезай в коробку. Спокойной ночи, мамуль. Спокойной ночи. Спокойной. Ну, Алан, ты в прошлый раз играл за Саб-Зиро. Ой, сыграй за Китану, а? Я не хочу играть за бабу, я все время за них играю. Кто разбил мою палетку? Да это он вам сделал, он сыграл на Китану. Это не я, это все он. Молчать! Последний раз спрашиваю, кто это сделал? Он! Ты сделал! Так! Или вы сейчас признаетесь, или я разобью эту вашу Соню? Эту PlayStation. Хорошо, я признаюсь. Это он сделал. Да, это я. Крыса. Брата родного предавать. Давай. А завтра что? Родину? А завтра что? В ТикТоке сниматься начнешь? Алан? 10 ударов плетью. Нет. Раз. Два. Два с половинкой. Два с четвертинкой. Зачем ты себя бьешь? Ну а зачем? Да не будь. Ну а ладно! Поняла. Чё мы едим? Невкусно, что ли? Говно! Говно, да? Вот как чипсы свои жрать! Говно, да? Говно? Да, мам, это мне Алан одно видео показал. Какое видео? Спать! Как такое можно снимать и смотреть? Маша, Сережа, Марине.